Всем привет, мои хорошие! Я тут включилась прям буквально на минуту, и будем сейчас с вами готовить вкусные сырники. Думаю, ну не могу я что-то начинать делать, пока вас не поприветствую. Вот так вот лично, и немножко хотела рассказать о наших планах, чем мы сегодня будем заниматься. Вообще у нас очень такой насыщенный день сегодня. К нам приедут, сделают новый натяжной красивый потолок в Максимкиной спальне. Я, кстати, уже комнату полностью освободила, подготовила. Утром проснулись, еще, кстати, пораньше пошли там поливали розы, брали с бассейна воду, а то это уже болото тоже меня напрягает, надоело. Но просто воду вылить тоже не хочется, тем более у нас сейчас просто стоит такая засуха, солнце пригревает, розы цветут, поэтому надо было их прям хорошо залить. Ну и вечером продолжим это делать. И вот Сашуля уехал на работу, я пошла сразу освобождать комнату, поубирала все игрушки, сняла тюль, шторы, в общем, заправила кровать. Так что ждем, должны скоро уже приехать, все нам сделать, навести красоту. То правда, уже эта дыра огроменная просто. Так надоело, ну и вообще, в принципе, не то, что это смотрелось некрасиво, у нас и светильники уже стали вот так вот выгибаться в разные стороны, и я боялась, что вообще, не дай бог, будет замыкание, да, ну и как бы это очень, в первую очередь, было опасно, так что сегодня все заменят, и потом обязательно вам покажу. И я говорю, сегодня вообще такой насыщенный день, вот поменяют нам потолок, сделают, нужно будет обязательно там все потом помыть, перемыть, да и вообще в принципе в доме будет, представляете, какая пыль, грязь. Потом в 2 часа я записана на брови, вот, надо навести красоту, и как бы я не хотела все делать в последний день, по-другому просто не получилось. Все готовятся к 1 сентября, места забиты. Вот даже я писала за неделю, за полторы, наверное, недели. Вот Максимку записывала на стрижку, себя тоже на челку. Она, видите, уже просто отросла невыносимо, и хочу немножко убрать я длину. Вот, и Анюте тоже кончики подстричь. Кстати, очень многие писали: «Яна, почему ты не можешь кончики подстричь дома сама?» Ну вот сами даже подумайте, ну где ребенку лучше, интересно это сделать дома, когда мама, или, да, сходить, например, с нами вместе заодно. Вот, ну и как бы я точно не такой мастер, и будет потом просто неровно, а вот такая вот волна, поэтому нет, сегодня вот мы пойдем после бровей на стрижку сразу с ними, и каким-то чудесным образом уже сегодня после обеда на ВБ придут нам кеды, которые я вчера заказала, и они уже сегодня будут на месте. Это, я говорю, прям чудо какое-то. Спортивный костюм, надеюсь, что все подойдет, и все, мы готовы к школе, и потом уже обязательно вам все покажу. Так что пишите, готовы ли вы к школе, и, кстати, обязательно делитесь фотографиями, очень будет интересно посмотреть на ваших детей, внуков нарядных, на вас. И вот в том году, помните, как мы делились в телеграм-канале, и, кстати, напоминаю, ссылка будет в описании канала, и также закреплю в первом комментарии. Подписывайтесь, делитесь своими фоточками, вот. Там всегда очень активно все обсуждают, и, ну, вообще интересно, конечно, пообщаться, посмотреть, и я вообще люблю, когда есть такая обратная связь. Так что суета в каждом доме, а вот сейчас в последние дни суета еще больше, все готовятся, да, ну,
что осталось уже совсем несколько дней. Так что ладно, мои хорошие, всем хорошего дня, отличного настроения, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. А, кстати, еще вчера я была у Веры Дмитриевны, она меня очень сильно отругала, это по поводу грибов, и в итоге я их отдала знакомой, которая их каждый год собирает, крутит, солит, знает, как к ним подходить, обращаться. Я никогда не солила, и вот после прочитанных комментариев, и плюс еще, я говорю, Вера Дмитриевна меня читала, и я как-то побоялась вообще что-то солить, с ними делать, и поэтому решила отдать. И вот грузди мы не собирали, хотя многие написали, что это такие грибы вкусные, а вы их просто оставили, да, потому что никогда мы их не собирали, мама Валя их не солила, и как бы сушуля из-за этого говорит, не собирайте их, собирали те, которые мы солили, а знаем, ели. Ну, правда, свинушки очень вкусные, но вот видите, хорошо, что все хорошо, я их варила недолго, хотя вот в комментариях вообще там написали, что надо их, да, там замачивать несколько там что ли дней, потом варить очень долго в нескольких водах, а я просто проварила 10 минут, ну 15 максимум, 5 минут потушила и все ела и съела, сама одну просто сковородку, представляете, всю в себя, дети вообще не ели. А с Шулей вилку там, ну, 2-3 максимум съел, и все. Но я говорю, хорошо, что все хорошо. Я так вообще перепугалась, когда вот почитала то, что вы пишете. И хочу сказать всем большое спасибо. Да, и прежде чем, наверное, собирать грибы, и тем более, надо, наверное, спросить у более опытных людей. Так что теперь будем знать. Вот, так что будьте аккуратны, бдительны. Ну и теперь точно все, идем готовить сырники. Анюта тут ко мне пришла на помощь, разбивает яйца. Все яйца? Три. Это ее самое любимое занятие в приготовлении, яйца бить. Альфуша там на кого-то гавкает, не знаю. Так что сейчас будем, да, Тач, с тобой готовить сырники вкусные. Будут еще вкуснее, так как готовит две хозяюшки. Анюта становится старше, ей прям вообще интересно все тут помогать мне и участвовать в приготовлении. Все, давай я сейчас помешаю, наверное, я, а потом ты будешь уже добавлять. Я, кстати, люблю, когда немножко сырники с крупинкой, не совсем такие прям нежные-нежные. Высыпай мне, дочь, сюда сахар, муку. Я уже отмерила, сколько надо. Сейчас будешь помогать мне первый раз их формировать. Да? Угу. Яйца домашние, прям видно, что такой желток. Давай по чуть-чуть. Это Вера Дмитриевна? Да, желток такой прям желтенький. Так, иди выйди, там кто-то к нам пришел. Анюта сбегала в магазин, купила мне еще ванилин. Кинулась, смотрю, все, нет ванилина, ушел. Последнее время то сырники, то вот шарлотку, и закончился. Ну, я покупала тоже немного, как-то в Пятерочке хотела купить, его не было в нашем магазине, его вообще редко, либо привозят, но очень мало. И Анюта ведь вышла, думаем, на кого там Альфа гавкает, оказывается, мастер приехал, готовил там весь материал, а она его увидела, и вот уже звоночек наш гавкал. Ну, хозяйка, конечно, усадьбы. И вот кто пишет, Яна, бокалом так долго, руками намного быстрее формировать. Я не знаю, кто как привык. Мне вот именно, что бокалом очень быстро, просто шарик быстренько, потом бокалом раз-два рукой придавили, чтобы они не сильно пышные были, чтобы прожарились. И вот толстенький получился еще. Последний раз бокал берем, и все, и получается вот такой вот просто идеальный сырник, очень красивый. Не знаю, мне прям сегодня захотелось, чтобы они были такие немножко с крупинкой. Ну, кто как любит, конечно, предпочтения у всех разные, рецептов просто миллион, но это мой самый любимый
сырники отменные, в меру сладкие, и самое главное, что ничего не прилипает, и, не знаю, такие же и остаются, как их и налепил, ничего не разваливается в разные стороны. Хорошо, мне обед готовить не надо, у нас рассольник на обед вчера готовила. Вот видите, как все быстренько. Прям вообще быстро-быстро. Сейчас, наверное, уже надо сковородку будет ставить. Пока я тут готовлю, уже и потолок наш будет готов. Пойдем все убирать. Мы уже тут с детьми в центре пришли на стрижку. Кстати, нам сделали потолок. Я даже успела все собрать, помыть. Правда, не успела я помыть везде пол. Ну да ладно, как вернемся домой, уже потом это сделаю. И вот пришли. У нас есть еще целых 15 минут. Решили тут спрятаться под вот такой вот просто огромной березкой и посидеть в парке на лавочке. Сейчас как наведем красоту, потом пойдем уже на ВБ, надо будет забрать заказ. И как уже вернемся домой, тоже хочу траву скосить. Прям двор весь, конечно, зарос. Я думала, что я уже скосила последний раз, но нет. Дождь, солнце, трава растет. Анютик не очень хотела идти, но ей пришлось, да, дочь? Ее заказ там, можно сказать, весь. Надо все примерить, поэтому без нее просто никак. И сейчас, наверное, еще посидим немножко и пойдем. Может быть, раньше можно будет зайти, хотя вряд ли. Хотя вряд ли. И тут, видите, тоже прям столько всего успели сделать за такое короткое время. Бордюры установили, там фонтан выкопали, все для него подготовили. И в конце идет сцена и тоже какая-то инсталляция, что-то там, в общем, стоит, но уже туда дальше не пойдем. И так интересно, некоторые деревья, вот березы прям стоят, зеленые-зеленые, а некоторые прям такие желтенькие, как будто просто сгорели, кажется, да? Почему так выборочно, как будто на них что-то попало, и поэтому они стоят в таком вот состоянии. Мрачным немножко, но тут просто уже, наверное, такая старенькая береза огромная. И мы на лавочке. Дети не хотели, думали, тут солнце будет нас пригревать. Ну, потом в итоге сели, когда увидели, что тут хорошо, и наоборот, ветерок обдувает. Да? Так что запоминайте Максим Кудо. И потом покажем вам его стрижку уже после. Ну, на улице прям очень, конечно, жарко. М-м, доча, да. Спать хочешь? Мам, пошли. Ну, все, идемте.
начинает клевать. Ладно, тихо. Еще не надо, Тусь. Вот, давай, Тусь. О, давай, 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 молодец, давай, ты же сюда поближе. Умница, стой, ловлю, ловлю. А то мы сейчас тут папе все запутаем. Вот. В грязи, потому что. Поймала его. Первый Анютин улов. Он такой красивенький. Угу. Ждем папу. Время у нас 7:30, а на улице уже, смотрите, потемнело. Вернулись, когда домой немножко поснимала, чем мы там занимались. А пришли, я сразу же вышла поливать цветы, дали те, которые не полили. Потом скосила траву везде во дворе и даже успели, представляете, съездить на рыбалку. Ну, дети прям очень просили, так им вчера понравилось. И вот решили съездить на другое место и наловили рыбы, я не знаю, буквально за час намного больше, чем вчера. Прям клювал. Карасик такой небольшой запустили мы в бассейн, пока там вода есть еще немножко. И маленькие такие вот ротанчики, ну, уже пушистики, их съели. И вот лежат тут счастливые, устроили сонное царство. И они у нас, кстати, очень умные. Если вы заметили, они сейчас постоянно спят здесь на диване, потому что я им, ну что, лапы буду постоянно мыть? Нет, конечно же. Иногда прохожу салфеткой, если они там проходят на диван спать, либо на кресло. А так они спят вот здесь, они знают свое место. Тут как бы, ну, постирать плед не составит труда, ничего сложного, поэтому пусть лежат, спят, сколько влезет. И вот Персик, кстати, стал чаще приходить в дом, и рана у него зажила, все там уже хорошо у него шея, то, конечно, подрался наш хулиган за невесту и пришел такой весь больной. И сейчас, вот видите, у него там уже ничего нет, да, так что спит тут с братиком, и гусятка одна отдыхает от детей. И думаю, пока я здесь, не забыла в веранде, вам заодно покажу. Кстати, сейчас пойдем еще в хранилище, надо вынести компот. Мы вчера, когда приехали с рыбалки, думаю, ну что, малину собрали, надо быстренько закрутить. И вот у меня получилось 4 банки. И то мне кажется, что я насыпаю очень много ягоды малины. Надо, наверное, поменьше, и банок тогда будет получаться больше. Ну а так он такой прям, видите, насыщенный, очень красивый цвет. И приготовила я вам показать почтовый ящик, пока Сашуля его не закрепил. И, кстати, он уже сегодня, наверное, доделает забор. Осталась ему последняя упаковка прикрутить штакетника. И все, будет уже приступать к новому проекту. Это, наверное, скорее всего, так, я думаю, что будет банька. И вот такой вот я выбрала почтовый ящик. Не знаю, мне прям очень понравился. Там были разного цвета, но именно нашего вишня не было, поэтому я купила черного цвета. Так как у нас и ручка черная, и звонок, и вот этот вот кодовый замок. И мне кажется, ящик тоже, да, будет красиво очень смотреться. Он, видите, матовый, очень качественный. И мне прям так понравилось, как было все это упаковано. Обычно, когда получаешь посуду, я вообще не знаю, как так можно небрежно относиться к своему же товару. И причем посуда всегда в основном приходит вот просто в коробке. Даже нет вот такой вот, представляете, пупырчатой клеенки. Тут, о как, видите, все упаковали хорошо по бокам, вот пенопласт, чтобы он не ударялся. А посуду дорогую, да, отправляют в коробки, и она приходит просто вся битая, перебитая. И так приходится заказывать просто несколько раз, чтобы она наконец-то приехала целехенькая. Конечно, очень приятно, когда такое вот отношение к товару, и приятно получать тоже и упаковка. Ну, хотя, в принципе, эта коробка это не нужна, но все равно даже обувь часто
тоже заказываешь белую, приходит вся грязная, черная. Либо люди так мерят, либо из-за того, что коробка вся тоже рваная. Так что я очень довольна. Вот. И довольна, что как заказала, и сразу с первой попытки я его получила целехенький. Думала сейчас, наверное, что-нибудь да покорябается, еще что-нибудь с ним случится. Но нет, доехал. Ну и тут просто такая милота. Ладно, сейчас банки отнесу в хранилище, потом уже зайдем, покажу вам потолок. Ну, в принципе, что там показывать? Такой же глянец, просто единственное, теперь нет дыры. Ну и покажу, как отошел вообще плинтус. Я надеюсь, что нам удастся все снова приклеить, и обои не нужно будет переклеивать. Здесь все вытащить, воняет. Шашку запалить, высушить все. Ну. Досточки заново обновить. Где он налет начался, видишь? Угу. Это вот когда вырос и расти. Сейчас сухо, вот так открытым подержать, оно высохнет все. Принесли компот в погреб. Это, наверное, в этом году, которую я, да? Бродит. Вот это да. А ну покажи. Ну это сошуль маленькая. А я разве закручивала компот с такой? С какой? Ну. Вылетела, видишь, да. С малиной, которая во дворе у нас растет. О, еще вторая, вот смотри. Угу. Две банки. Это ты с нашей домашней, наверное, делала? Да, ага. Потому что вот смородина стоит. Да, это свежий компот, ага. Да банки. Нет, это, наверное, прошлогоднее. Вот яркие стоят в этом году, которые я крутила, это видишь? Это вот я сейчас занес. Нет, вот смотри, отличаются. Ну, а вот это три банки смородины и две малины, это что, откуда? Не знаю. Новые. Значит, новые вздулись. Все, блин. Вот они две, видишь? Угу. Вылить теперь что? Вот надо, короче, все просушить. Остальные вроде бы все нормально. Да, пока тепло, солнышко, надо все вынести, досточки вот эти вот прокрасить. И заново, да. Еще так обработать один раз. Угу. Так-то у нас, видите, все уже тут сухо, ну, хорошо. Тут флажка висели, конденсат, когда еще с весны. Но это когда только ты сделал стеллаж, мы поставили. Было-то еще, да. Тут сыро. Тут когда вода собиралась. Да, поэтому так и осталось. Надо вот все обработать. А этот, видишь, компотик стоит. Вон видно, прям такой яркий, свежий. Сверху, видишь? А две банки, да, вздулись. А огурцы, посмотри, этого года, где стоят баночки. Я крутила. Я не вижу тоже, где. Вот эти вот, наверное. Вот здесь их стоят. Да, вот-вот, которые ты смотришь. Напротив этой штучки. Там крышки не надутые. Да, вроде. Да нет, это прошлогодние. Вот свежие те. Вот? Маленькие, где баночки нет. Это? Ой, я прям вообще же маленькие крутила. Вот они все, дай покажу. Вот. Дай посмотрю. Вот все. В этом году я маленькие прям закручивала такие. Хотя нет, это прошлогодние. Это вот я в этом году салат... А! Не пойму вообще. Где огурцы или вот... Ну, тоже какая-то подржав. Ржавенькая. Вот, в общем, где-то здесь они. Маленькие баночки. Они успели бы за это время так? Нет? Да. Ну, вот же маленькие. Я в этом году крутила. Немножко, наверное, уже подплесневели. Видишь, все равно. В общем, надо будет все вынести, просушить, да? Прокрасить. Сделать такое нужное большое дело. Ну, я расстроена, что компот, конечно, сдулся, блин. Пишите, у вас в этом году как вообще с закрутками? Нормально все? У Наташи огурцы в кетчупе все взлетели. Ни одна банка не получилось. Зашли домой. Думаю, прям быстренько сейчас вам покажу потолок и какую мы обувь купили детям в школу, и наконец-то наши светильники все работают, и подсветка, а то у нас последнее время у этого светильника не работала подсветка. И вообще я бы такие
светильники никому не рекомендовала. Они вот, не скажу, что прям бюджетные, ну и своих денег вообще не стоят. Очень тяжело вкрутить лампочки, мучение постоянно какое-то. В общем, не знаю, красиво, но как-то они нас немножко огорчили. И как бы аккуратно не старались убрать плинтус, все равно, видите, обои прям так хорошо пострадали. Ну, я думаю, что можно будет плинтус купить пошире, все это прикроется и ничего не будет видно. Ну, проще ведь плинтус новый, другой купить, да, чем обои переклеить. Хотя я бы, наверное, сейчас сюда обои купила какие-то светлые и более, наверное, спокойные. И, может быть, когда-нибудь в ближайшее время мы вообще их переклеим. Хотя Максимке они очень нравятся. Да, они такие, не знаю, ну, красивые, город необычный, но вот мне они как-то уже, что ли, поднадоели. И тут как будто, да, ничего и не было, ничего не меняли. Вот, от нашей дыры ничего не осталось. И вот сегодня снова мы так посмеялись, ну, что растянули потолок, и вот его хватило на 3 года, и сегодня появился повод снова встретиться. Так что красота, блестит, новенький, и надеюсь, что и светильники подшаманили, не будут нас больше так часто беспокоить, как это было до этого. Сами видели, постоянно я подкручивала, что-то надо было делать, трясти. В общем, все с ними было не слава богу. Сразу с потолком и светильниками не заладилось. Я думаю, что со второй попытки точно будет лучше. И тюль шторы я не стирала, уже хочу завтра спокойно с утра закинуть, потом сразу отпарить, повесить, вот, чтоб нигде ничего не валялось. И если делать, так делать сразу. Сегодня, сами видели, вообще было, ну, не до этого. И вот, думаю, быстро пробегусь, тоже покажу вам, какую мы купили детям обувь к школе. Это для физкультуры. Анюте они прям очень понравились, но там не было расцветки именно для девочки, вот такой модели. Анюте они понравились, и вот Максимка уговаривает, чтобы поменялись. Она эти себе хочет забрать, а Максимке, например, заказать точно такие же, только черные. Ну, прям легкие, и цена бюджетная, и все так, смотрите, качественно прошито. Но я прям очень осталась довольна, и их разобрали моментально. Мы заказали, ну, в корзину убрали, и я так ждала, когда они уже появятся в наличии. Видимо, кому-то не подошли, отказались, я не знаю. Ну, и размер тут точно не соответствует. Например, 36-й, когда у нас 34-й, 33-й. Ну, маломерят прям очень сильно они. Потом Максимке кеды. Мы покупали точно такие же в том году, но они нам так понравились. Он весь год отходил, они были как новые. Прям вот тут вот чуть-чуть носик оббился, но он в них и на физкультуру ходил. В общем, безвылазно. Просто единственный момент — это то, что они стали ему маленькие, а так очень удобные. Он говорит: мам, закажи мне их снова. Ну, такие красивые, легкие тоже и очень удобные. Потом Анюта себе сама выбирала на повседневку вот такие вот кеды. Они тоже прям так смотрятся аккуратно на ноге. Очень хорошо все прошито. И тоже такая цена, я бы сказала, бюджетная. Вот мы заказали 34 размера. Вот такие вот кеды и под юбку, и под брюки. В общем, мне кажется, они такие универсальные. И под любую вещь, под любой наряд будут смотреться красивенько. В общем, такие вот кеды. Ну, год точно отходит. А потом туфли у нее есть, мы не заказывали. Лоферы тоже они новенькие. Не знаю, немножко походит. Ну, а так, в принципе, сейчас дети, что им, подавай кеды, кроссовки. А эти туфли лишь только по праздникам. И вот эти вот я вам показывала тоже. Очень мне понравились. Смотрите, какие качественные, красивые. Это будут уличные, а это уже сменка. Вот там у Анюты, в принципе, кроссовки есть. Не знаю, может быть, Максимке закажем, такие есть, и все-таки он поменяется, только черного цвета. Ну и все, из обуви больше ничего. У Анюты есть и кеды, и у Максимки еще есть кроссовки, так что не считаю нужным набираться, да, много обуви. Пусть в этой отходят, и потом там дальше уже будет видно. Так что я, конечно, очень рада, что все
потолок наконец-то сделали, а то прям я очень переживала. Я говорю, все вот эти вот светильники, ну не все, а вот этих вот три прям выгибать стало в разные стороны. И, кстати, по цене отдали мы 4500, потому что тут-то ведь уже все было установлено, это вот за полотно это и работу. 4500, я считаю, как бы нормально, хорошо. Так что вот, вот так вот. Я тут сейчас буду пить очень вкусный чай и будем ложиться спать. Видео получилось таким коротким, ну, потому что сейчас идет такая школьная суета. Мне уже, честно говоря, плохо просто от ВБ. Ну, тоже, да, 33 позиции заказать я не могу. Заказываем понемногу, чтобы померить. А не устали ни дети, ни я, и потом уже отправляемся домой. Тем более очень много там народу, все готовятся, и не хочется, чтобы кто-то лишний раз нервничал. Вот. Так что как-то так вот проходили, на рыбалку съездили, ну, траву косила, тоже как-то сделала такое большое дело. Завтра будет более такой продуктивный, наверное, день. И заварила я очень вкусный чай. Такой вот, кстати, кто пробовал, напишите. Молочный улун называется. Мы попробовали его первый раз у Веры Дмитриевны. Детям понравился мне. Он так вообще раскрывается. А выглядит, как будто, я не знаю, перец горошком, да? Вообще очень вкусный чай. Мы себе купили. И Вере Дмитриевне тоже заказала я его вчера, и уже сегодня, представляете, я его получила. Кстати, кто пробовал, напишите, будет интересно почитать, вам понравился, нет. Есть вообще разный вкус, но вот у Веры Дмитриевны мы попробовали такой, поэтому я не стала экспериментировать. И вот хотела показать, как он просто раскрывается, очень-очень ароматный. Но никто не хочет, кроме меня, поэтому буду пить сама. Приятного мне вкусного чаепития вот с такой вот милоты. Ну и вам тоже приятного чаепития, кофепития, кто пьет чаек вместе с нами. Ну и все, мои хорошие. Вот так вот прошел наш день. Будем прощаться. Завтра увидимся. Всем большое спасибо за то, что вот смотрите вот такую вот порой просто скучную жизнь. Ну, показываю то, что есть. Вот такая вот жизнь Нелепиных. И напоминаю, подписывайтесь на Дзен-канал и Телеграм-канал. Так что всем-всем большое спасибо за добрые слова. Все, пока-пока. Завтра увидимся. До встречи.